танковали сиськой на КВ-5. Мы играли через башню на Т-34. Мы танковали гусеницами на И-6 и даже светили на ФЦМ-50Т. В общем, развлекались как могли, но все изменилось с появлением, наверное, самой фановой премиум машинки. С вами Аражо, и я представляю вам обзор немецкой ПТ-САУ 7 уровня Е25 от Red Eagle Company. Одна из самых компактных ПТ-шек в игре. Невероятно динамичная и необычайно скорострельная. Все эти качества в умелых руках делают Е25 грозой не только для своего уровня, но даже для жирненьких тяжелых танков 8 уровня. Давайте рассмотрим ТХ этого крошки истребителя танков. Запас прочности Е25 всего 830 хп, масса 26 тонн, а обзор 360 метров. Двигатель. Он у нас производства Maybach и обладает мощностью в 700 лошадиных сил. Удельная мощность при этом составляет целых 27 лошадей на тонну. Благодаря этому Е25 летает по танковой вселенной со скоростью 65 км в час, а на месте вертится на 44 градуса в секунду. Что обычно делают ПТ-САУ в бою? Они наносят огромный урон за выстрел и уходят, как правило, на долгую зарядку. Е25 рубит этот стереотип под корень. Пушечка калибром 75 мм 20 раз в минуту ворует у вашего противника в среднем по 135 единиц прочности. Минута безостановочной стрельбы и порядка 2700 урона уже на вашем счету. Конечно, безостановочно стрелять в течение столь долгого времени у вас получится вряд ли. Пробитие серебром составляет 150 мм, а золотом 194. При этом бронебойные вам обойдутся чуть более чем в 100 монет за выстрел, а за каждый выстрел сербоголдой готовьтесь отвалить 2800 монет. Одним из недостатков Ешки является недостаточно большой боекомплект, всего в 60 снарядов. Скорость сведения в 1,5 секунды и разброс в 0,3 на 100 метров обеспечивают нам возможность стрельбы с зажатой кнопкой мышки. Получается этакий бесконечный барабан. Теперь поговорим о том, чего у Е25 нет. Во лбу Ешка имеет всего 50 мм брони, поэтому при попадании в засвет мы на всех своих 65 км в час можем резво уезжать в ангар. В бортах и корме 30 мм, а в крыше 20. Что касается перкам, то первым качаем маскировку всем, кроме командира. Вторым обязательно прокачайте наводчику снайпера, а остальным ремонт. Ну а третьим – братство. Перед тем, как отправиться в бой, в котором я расскажу вам о тактике игры на этой уникальной ПТ-шке, давайте разберемся с оборудованием. Мой выбор – это досылатель, приводы наводки и стереотруба. Чуть позже я скажу, почему я считаю оптимальным именно этот набор. Расходники у нас стандартные – ремкомплект, аптечка и золотой огнетушитель. Ну а теперь давайте посмотрим бой на карте линия Зигфрида, которым со мной любезно поделился King of Knights. Поехали! Какую тему в первую очередь нужно затронуть в обзоре премиумной техники? Конечно, это способности Е25 как фарм машины. Что мы получаем за 6700 золота? Безумно фановую, но не особо фармящую машинку. За хороший бой на серебряных снарядах мы будем вывозить что-то около 50 тысяч серебра, может немножко меньше. Но при стрельбе золотыми снарядами наш фарм будет стремиться к нулю. Поэтому, если вы покупаете Е25 ради фарма, то лучше обратить внимание на какой-нибудь другой премтанчик. А если же хотите отлично повеселиться, то Е25 ваш выбор. Есть два способа игры на Е25. Первый наиболее верный. Вы качаете маскировку, ставите стереотрубу и благодаря низкой заметности настреливаете отличный урон, оставляя противника в неведении о вашей позиции. Именно так поступает King of Knights. Второй способ игры предпочитаю я. На этой ПТ-шке я люблю влетать противнику в тыл, каруселить его, ввязываясь в ближний бой. То есть и я, и King of Knights используем по максимуму разные возможности Е25. Он низкую заметность, я динамику. Но нам обоим помогает офигительное, точное и скорострельное орудие. Конечно, при моем стиле игры на этой машинке я часто сливаюсь и имею не самый лучший средний урон. Но раз я купил ее для фана,
что я должен его получить. Е25 отлично чувствует себя во взводе с еще одной-двумя ешками. В такой ситуации разумно играть так. Один подсвечивает, остальные наносят урон. Или же втроем врываться и по фокусу разбирать цели, размазывая урон на взвод. Главное не забывать, что Е25 очень чувствителен к подбору доп. Оборудования. И выбирать его нужно в соответствии с вашим стилем игры. Итак, к плюсам Е25 отнесем отличные ходовые качества, замечательное орудие, крошечный силуэт, как следствие низкую заметность, хорошие УГНы, классный ДПМ и главное море кайфа, которое вы несомненно получите от этой ПТшки. К минусам низкое бронепробитие орудия, которое, кстати, у нас от 6 уровня, полное отсутствие брони, недостаточный боезапас и частую критуемость модулей, вызванную плотной их компоновкой. Покупать или нет, решать вам. Но я уверен, что купив Е25, вы ни разу об этом не пожалеете. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк под видео и вступайте в группу Red Eagle Company ВКонтакте. А с вами был Аражо, пока!